надо делать, что вообще, что заявление такое. То есть они видят, я вижу, как очень часто у новичков, которых приглашают особенно на семинары, неподготовленных новичков, когда происходит шок, они видят, что все обнимаются, целуются. Тут музыка играет, или там мы встали, потанцевали. Тут мы какие-то кружочки рисуем, тут мы о духах, о кремах говорим. Тут про бизнес, немножко непонятно, что они тут делают на самом деле. Кружочки рисуют, крема, духи продают. Мы решили это немножечко так стандартизировать, классифицировать и разложить. И вот что получилось. И начнем мы с того, что мы будем продолжать развенчивать мифы. Миф о том, что вот только ходят и пристают к прохожим, мы уже о нем немножко говорили. А есть еще два мифа, которые нам кажутся одни из основных. Это здесь ничего делать самому не надо. Да, вот очень часто мы это слышим. Приходи, приводи ко мне людей, я сильный спонсор, я все сделаю. Это первое. И второе, здесь нет начальников и нет подчиненных, мы делаем здесь все, что хотим. Свободные. Мы свободные, да, фрилансеры, и поэтому, вот поэтому я думаю, что вот эти второе и третье мы сейчас в течение 2 часов вот и будем развенчивать основные мифы эти. Но прежде чем об этом конкретно говорить, мы сейчас хотим показать 4 этажа бизнеса, которые вообще существуют в MLM. Это те 4 этажа, те 4 возможности, которые мы даем, когда мы, которые мы предлагаем, когда разговариваем с потенциальным дистрибьютором. Мы ведь не знаем, люди приходят с различными потребностями и на различном уровне развития к нам, правда? И первый этаж, самый первый, это продукт и сервис. Скажем, продукт. И мы же не будем скрывать, что большинство дистрибьюторов приходят на продукт. Да или нет? Да. Поэтому второй этаж – это бизнес. Достаточно небольшой процент, но он с каждым годом растет все больше и больше. Но есть люди, которые, прослушав презентацию и маркетинг-план, да, допустим, осознанно приходят на бизнес. Они видят здесь бизнес-перспективы, бизнес-возможности, и они приходят на бизнес. Слово о спонсировании мужчин, привлечение мужчин в своей структуре. Мужчин нужно брать вот вторым этажом. Им не про духи надо рассказывать, а про бизнес. Почему у нас в структурах нет мужчин? Потому что женщины в большинстве своем начинают с прямых продаж. Мужчина, для мужчины, по большому счету, пойти к другому человеку и конкретно заняться. Вот он вчера был инженером, или вчера он был преподавателем, или вчера он был военным, я не знаю, еще различные мужские профессии, а сегодня сказать, ну все, дружок, я тебе предлагаю начать серьезно зарабатывать, вот надо пойти и заниматься прямыми продажами. Почему людей, мужчин нет? Потому что для мужчины это статусно опускает его конкретно ниже плинтуса. Но вот если показать человеку, что прямые продажи – это первый этап становления твоего бизнеса, и что ты реально можешь делать здесь серьезный бизнес, но ты его не сможешь здесь делать, пока ты не научишься продавать. Ведь у нас в нашем бизнесе не нужно продавать много и всегда, супер много. Здесь не надо делать каждый месяц 1000 баллов. Здесь не надо делать всегда по 500, 700, 800 баллов, правда или нет? Для того, чтобы зарабатывать... Люди, которые много зарабатывают в нашей компании, они не делают 40 баллов. Я думаю, что как минимум 100 баллов они делают. Но и 500 баллов в месяц они не делают. Потому что этот этап уже прошел. Когда на первом этапе нас кормят прямые продажи. У нас нет больших структур. Нам нужно активно заниматься продвижением товара. Мы первые 3 месяца, пока у нас начались структуры, нас кормили продажи всех, кого мы знали. Все, кто знали, кого мы знали, и все, кто знали, кого мы знали, кто их знал, мы всем предлагали продукт. И это нам позволило закрепиться, выжить, заработать какие-то основные деньги, и за это время мы начали делать первые шаги в построении сети. Но первое время нас кормят продажи. И вот мужчинам надо это объяснять, что тебе не надо будет все время ходить и продавать, тебе не надо быть... У тебя будут клиенты, ты будешь их обслуживать,
Но если ты хочешь строить сеть, ты должен уметь продавать. Вот немножечко под другим углом. Но если мужчина занимается продажами, эффект получается просто потрясающий. Я вам хочу представить в нашем зале. Миш, скажи, пожалуйста, сколько баллов ты сделал? Пожалуйста. 1200 баллов личного объема. Представляете? Вот есть, то есть это не абсолютно, большинство настроены так. Есть те, кто совершенно по-другому смотрит и понимает, что мужчина здесь просто может ему легче на самом деле женщине продавать парфюмерию. А женщине мужчина легче. Угу. Третий этаж, этаж обучения. Вот скажите, все эти этажи, о которых мы говорим, они как самостоятельные рынки. Это рынки, там, рынок продуктов. Это рынок самостоятельный? Ну как же нет? Конечно, да. У нас здесь есть конкуренты? Кто у нас на рынке продуктовом конкурент? Другие сетевые компании и магазины. Это правда? Конечно. Бизнес как таковой, построение сети, это рынок сам по себе? Конечно, мы даем готовый бизнес под ключ, разве нет? Все, вот в рамках компании ты можешь строить свой бизнес, тебе не нужно завозить товарные запасы, тебе не нужно создавать мощнейшие офисы, создавать персонал офисный, заниматься логистикой, доставкой, всем этим занимается компания в большинстве случаев. Вся логистика, которой мы с вами занимаемся в регионе, у себя дома, это как доставить флакон духов из офиса клиенту. Оптимально, правда? Все остальное за нас делает компания. Наша задача прийти, получить заказ, отнести его клиенту. Это бизнес внутри бизнеса. Скажите, у нас есть конкуренты здесь? Раньше не было, теперь есть. Знаете кто? Франчайзинговые компании. Потому что если раньше франчайзинг был очень дорогой, от 100 тысяч долларов и выше, сегодня франчайзинговые компании здесь, в России, в Украине, в СНГ вообще есть. За 1000 долларов можно купить франчайзинг, даже там небольшие какие-то торговля телефонными аппаратами, да, средствами сотовой связи по франчайзингу идет. Различные кафешки, различные ресторанчики, маленькие кафешечки, 2-3 тысячи долларов, и уже ты можешь приобрести этот франчайзинг. И ведь в чем здесь конкуренция? Люди, у которых есть небольшое количество денег, вместо того, чтобы идти к нам, идут во франчайзинговые компании. И здесь мы начинаем проигрывать рынок. Но об этом не на этом семинаре. Вот этот семинар, хотелось бы именно говорить о том, с чего начать. Но это тоже есть, и если мы будем понимать, то мы будем знать, как людям предлагать. Ведь перед нами сидит человек, мы не знаем, он вообще чего хочет. И вот это вот нужно нам задавать, эти вопросы. Чего ты хочешь? Вот на твоем этапе сегодня, раз человек к нам пришел, значит, он пришел с какими-то ожиданиями и желаниями. Третий этаж. Обучение. Это самостоятельный рынок? Это мощнейший самостоятельный рынок. И делая здесь бизнес, в этой компании, вы можете состояться прежде всего как тренер своих дистрибьюторов. Самое качественное обучение – обучение в сетевом маркетинге. В сравнении даже с тем же МВА, да, хоть и сравнивают, что МВА стоит 30 тысяч за несколько лет, стоимость специалистов МВА, да, Институт управления профессиональных менеджеров, международный институт, один из самых раскрученных. Прикол в том, что они выпускают своих выпускников, но базы практической у них нет. А мы ведем своих новичков в поле. Наше образование самое качественное, потому что после теории на школе и на презентации мы выходим в поле на продажи со своими новичками. Мы не просто им показываем, мы с ними отслеживаем, что они делают не так, и мы корректируем их действия. Мы проводим вместе с ними первые рандеву. Проводим? Конечно, проводим. Где еще есть такое качественное наставническое обучение, вот так вот за ручку, прямо показать, как это делать? Такого нет ни в одном вузе. Но мы ведь это не ценим. Вот в чем дело. Давайте ценить то, что мы имеем, и показывать это как отдельную ценность. Это вот
когда мы целый набор, мы же говорим, смотри, у нас такой продукт и такой продукт, а заработок на продажах у нас вот такой. А почему мы еще не говорим, что такое качественное обучение, как ты получишь у нас, ты не получишь ни в одном институте? 2-3 года построения бизнеса в MLM приравниваются к образованию МВА. Скажите, обращаясь к тем, кто больше года уже в бизнесе, 2-3 года кто, вы можете отследить, изменились вы за этот период? Вам проще общаться с людьми? Вам проще заговорить с новым человеком? Вы понимаете, что это действительно, здесь практическая компонента так велика в нашем бизнесе, что ни один вуз не может этого дать. Там идет большая теоретическая база, и выходит абсолютно вот специалист, осторожно специалист. У нас совершенно другая история. И вот этим мы очень выгодно отличаемся. И человек, который сделал карьеру в сетевом бизнесе, его стоимость на рынке очень сильно возрастает. Ну и четвертый этаж – это лидерство и личностный рост. Казалось бы, чем отличается обучение от лидерства и личностного роста? И там мы какие-то проходим тренинги, да? Вот в чем отличие? Давайте поговорим. В чем отличие обучения в нашем бизнесе от личностного роста? Вы, в принципе, с этого начинали. Помните, 80%, 20%. Во-первых, вот чтобы не путать вот эти вот духовные высокие понятия, вот мы считаем, наше глубокое убеждение, что духовный и личностный рост, он больше на продажах и в построении структуры, чем где-то сидя в пещере и при медитации какой-то глубокой. Потому что только в соприкосновении с другими людьми, в общении с другими людьми, в построении бизнеса, в выстраивании отношений с другими людьми, даже, может быть, с домашними дома, это один аспект. Построение отношений с клиентами, построение отношений с новыми партнерами. Через вот эти трудности мы проходим. Вот это личностный рост. Вот это личностный рост. Это ведь алхимия. Это алхимия. Что такое алхимия? Да, там, когда вот в древности искали золото, пытались перелить свинец в золото. Помните? Я считаю, что алхимия – это наш с вами бизнес. Когда мы приходим, заключаем сегодня контракт, мы еще ничего не продали, у нас еще нет ни одного дистрибьютора. Проходит 3-4 месяца, мы начинаем откуда-то получать какие-то там 50-100 долларов. Мы обрастаем структурой, мы обрастаем клиентами. А сама эта продажа, разве это не алхимия, когда мы приходим? Ведь мы привыкли вот к магазину, мы все привыкли к магазинным продажам. А когда мы относимся к продаже прямой, как к алхимии, вот этого не было, а я пришел, и оно появилось. Вот эти 100, 200, 300, 500, 1000 рублей у меня в кармане на прямых продажах. Это же волшебство. Реальное волшебство. Поэтому вот наше понимание, что личностный рост, вот он здесь. Такой личностный рост, который проходим мы в структурах здесь, друг с другом общаясь, преодолевая отказы, преодолевая уход дистрибьюторов, приход дистрибьюторов, клиентов. Их сначала много, потом вроде бы они куда-то деваются. Сначала покупают, помните, да, вот многие же здесь сидят. Мы приходим первый месяц, у нас покупают все, потому что это все новенькое. А потом бац, кончились клиенты. Что делать с этим? Куда мы идем? Спонсор, караул, все, кончились клиенты, мир разделился напополам. Те 10 человек, которые у меня купили, и те 5 миллиардов уродов, которые у меня уже не купили. Ну как, все, жизнь кончилась. Оказывается, все просто, оказывается, у спонсора есть рецепты, оказывается, и спонсор, и спонсору отказывают, и спонсора обламывают. Поэтому вот 4 этажа. Давайте разберем первый этаж. Первый этаж. Как было легко 10 лет тому назад выйти с уникальными сетевыми продуктами или 15 лет тому назад и говорить: приходите к нам, компании сетевого маркетинга предлагают уникальные продукты. Все, извините, до свидания, эти времена ушли. Сегодня такая жесткая конкуренция сетевых компаний,
Только номерных компаний в СНГ 60, более 60 штук. Компаний, предлагающих номерную парфюмерию. О какой уникальности может идти речь? Компании, которые вообще предлагают парфюмерию и косметику, более 300 на рынке. Сетевых компаний. А как вы думаете, сколько классических компаний, которые предлагают аналогичные нам продукты? Это тысячи, это десятки тысяч брендов, десятки тысяч компаний. И мы уже говорили, да, 30% предпочитают, в принципе, не против, чтобы им продавали консультанты, 70% в магазине. Но это же какая конкуренция? Она сдвинулась в сторону сервиса. Давайте об этом поговорим. Что такое сервис? Накидываем варианты, кто как видит и кто как понимает. Что такое сервис? Качественное обслуживание. Качественное обслуживание – это сервис. Что такое сервис, качественное обслуживание? Ведь вы завтра придете к вашему новому дистрибьютору, и вы ему должны будете рассказать: ты знаешь, наша компания стремится дать самый высокий сервис, и мы его даем. Он скажет: а что такое сервис? Мы скажем: это качественное обслуживание. До свидания. Доставка. Давайте расшифруем. Отлично. Доставка. Согласны? Индивидуальный подбор аромата, конечно. Записывайте. Полная информация. Что такое сервис, понимание сервис, что такое полная информация? А в магазине не дают информацию? А чем наша информация? Хорошо, другие сетевые компании, другой. Смотрите, люди приходят к нам, то есть мы приходим к людям. Вышел дистрибьютор компании Ciel Parfum, зашел дистрибьютор компании Lambre. Вышел дистрибьютор компании Lambre, зашел дистрибьютор компании Reflame. Вышел дистрибьютор компании Reflame, зашел дистрибьютор компании Mary Kay. Вышел дистрибьютор компании Mary Kay, зашел дистрибьютор компании Faberlic. И так далее, и так далее. Как вы думаете, люди, которые сидят, к примеру, в офисе, да, вот на холоде, они нас вообще как различают? Различают они нас как? Да никак не различают. Мы для них все на одно лицо. Кто первый был, значит, это пришел первый дистрибьютор Oriflame. Все, все Oriflame. Все. Пришел первый Ciel Parfum. Это все Ciel Parfum. И неважно. Мы все для них серая масса. Все предлагают качественный товар. Все предлагают классно рассказать о продукте. Все знают навыки успешных продавцов. Но почему-то покупают у кого-то одного. Вот сервис и заключается в том, у кого же покупают. Хороший человек, это понятно. А с точки зрения сервиса? Быстрая доставка продукции. Доставка, я это слышал. Отлаженная обратная связь. Постпродажное. Постпродажное обслуживание и отлаженная обратная связь. Правда, это одно и то же? Давайте упрощать слова. Я даже не смогу повторить то, что ты сейчас сказал. А постпродажное обслуживание вроде как понимают все. Давайте я упрощу задачу. Не кажется ли вам, что сервис — это прежде всего дать клиенту больше удовольствия и комфорта, чем за те деньги, которые он заплатил? Вот сервис. Он платит столько же, вот стоит у нас 500, там, 60, то есть 900, там, 1000 рублей флакон, да? Мы ведь доставку делаем не за эту 1000. Нам не платит компания за доставку, правда? Мы говорим, бесплатная доставка, да? Значит, это входит в эту стоимость. Что такое сервисная книжка? У кого есть машина? Сервисная книжка, да? Первый год, первые 2 года, первые 3 года, замена масла бесплатно, там еще что-то. Мы покупаем, да, ТО бесплатно, это же не входит. Мы заплатили, но это уже за счет той компании, которая продала. Мы покупаем стиральную машину, швейную машину, там, бытовую технику, телевизор, сервисная книжка, сервисное обслуживание. А какая у нас чего? У нас еще кредит. Мы еще в долг можем дать. А можем мы давать в долг? Нет. Ха. Теперь давайте так, сначала мы говорим то, что положено, а потом как на самом деле, да? Кто здесь не продает в долг? Вы что, издеваетесь? А какая проблема дать в кредит людям, которые ты гарантированно знаешь, что они с тобой рассчитаются? Давайте сами убьем, задушим свою клиентуру.
Ну в чем проблема? По статистике, по мировой статистике, 1 на 100 может или 1 на 1000 не рассчитывается. Это ведь ваши клиенты. Как, это тоже сервис. Я не говорю, что идите и всем раздайте. Но надо же думать, надо смотреть, кто перед вами. Но это нормальная сетевая практика прямых продаж со срочкой платежа обслуживать клиента. Все компании это делают, а нам не надо. Мы честные, мы не будем вам давать. Мы отдадим своих клиентов конкурентам. Конечно, зачем? Нам не нужны деньги. Еще. Дополнительный сервис, дополнительный комфорт, дополнительное удовольствие, которое мы даем. Мы сейчас делали мастер-класс. Вы будете брать деньги? Тестирование бесплатно. Конечно, бесплатно. Мастер-класс бесплатный. Кто такой сервис дает? Люди платят за мастер-классы огромные деньги, чтобы им сделали мейкап, крема и все остальное. А мы это делаем бесплатно, потому что это наши клиенты. Еще. Подарочки. Подарочки любят все. Магазины сейчас очень сильно атакуют нас. Подарочки раздают почти везде. Мероприятия. Мероприятия какие? Сервисные мероприятия по продажам. Мастер-классы проговорили. Что еще? Какие? Ребята, мы говорим о конкуренции, мы говорим о сервисе продаж. Вот я клиент, какие вебинары? Примерно 700. Дорабатываем со спонсорами дома на местах. Вы согласны, что основное мы проговорили? Это нужно помнить, ценить, делать и показывать людям, что я твой сервис мы. Я твой сервис. Вот тебе сервисная книжка, вот в моем лице. И я все время с тобой вот на сервисе. Я позвоню, я спрошу вот то, что мы вот рисовали эти вертолетики, да, картотека клиента. Картотека клиента, которую Диана рисовала, это сервисная книжка. Это сервисная книжка. Записали, раз, позвонили. Я вам звоню, можете прямо так и говорить. Я звоню вам сделать сервисный звонок. Сервисный звонок, это нормально. Людям приятно, когда о них заботятся. Давайте давать людям сервис. Всем приятно получить больше, чем денег дали. Еще какую-то заботу о себе. Мы уже даже не стали замечать, как во всех офисах, магазинах, фирмах появились кулеры. Правда? Мы уже забыли, что были такие времена, когда мы стояли в этих офисах, там, фирмах, где-то в очередях приходили, было жарко. Кондиционеры люди ставят. Все фирмы за свои деньги ставят кондиционеры, чтобы клиентам было прохладно. Это же сервис, это дополнительные удобства. Водички, кофеечек, чаечек. А сейчас во многие фирмы и магазины приходишь, тебе еще и бутербродик, и там, не знаю, вплоть до шампанского, и конфетки. Только садитесь и смотрите, и кино, и вино, и домино. Да или нет? Да. Конечно. И это будет сейчас расцветать. Давайте это использовать, потому что мы можем проиграть этот рынок тоже. Дальше. Это мы уже говорили сегодня, да? Здесь хочу, вот пока мы еще на этом этаже, хочу еще добавить вот что. Поскольку конкуренция на рынке огромная, и меньше она не будет, согласны? Меньше она уже не будет. То здесь как раз вот та наша с вами схема, составляющая процентное соотношение навыки профессиональные и личностные, вот здесь как это архиважно. Я абсолютно четко тогда поняла, что насколько важно то, с чем я иду к клиенту. Не в сумке, с чем вот здесь. Вот здесь я иду к клиенту. Для того, чтобы нас выделили из этой серой массы, из общего вот этого, кто первый пришел, так мы и назовем. Выделиться можно только собой. Только собой. И продаем мы на самом деле, потому что уникальность продукта уже в прошлом. Безусловно, важно, чтобы он был хороший. Очень не люблю, когда говорят, мне вообще не важно, что продавать. Это мне вообще, мне главное, чтобы был маркетинг-план хороший. Вот такие вот моменты. Очень не люблю. Важно, что. Важно это чувствовать, это считывается внутри. Мы транслируем в мир. Очень важно, какой продукт мы продаем.
Но в первую очередь продаем мы себя. Конечно. Продать себя – это значит получить пользу или выгоду, которая, может быть, даже не сразу выражается деньгами. Вот это то самое, о чем говорит Игорь, сделать немножечко больше, чем положено за те деньги, что нам подарили. У японцев даже есть такое специальное слово, очень философское слово – гири. Смысл, суть этого слова, философия этого слова. Коротко два слога, а рассказывать можно целым абзацем. Суть вот в чем. Если ты в жизни получил что-то ценное, сумел извлечь из этого для себя пользу, ты обязан поделиться этим с другими. И тогда оно вернется к тебе, только во сто крат умноженное. Это суть нашего бизнеса. Согласны? Вот это как нельзя больше относится, как раз и относится к продажам. Я абсолютно четко ориентировалась, сидя к клиентам. У меня всегда программа была в голове такая и есть. Они ждут меня. Даже не мой продукт. Они ждут меня. Второй этаж – бизнес. Когда мы заключаем контракт, когда мы получаем этот бланк, все пасочки, которых у нас с каждым днем все больше и больше, супер, замечательно, я имею в виду каталоги, журналы, буклетики, все-все-все, тестеры, мы получаем на самом деле бизнес-конструктор. Фактически каждый из нас получает погоны советника президента. Реально, виртуальные погоны. Вот он, заготовку на погоны советника президента. Сейчас объясню, что означает эта картинка. Просто вот это относится ко второму мифу. Помните первый слайд? Делать ничего не надо, ты только людей приводи, спонсор презентации проводит, под тебя но все будет само выстраиваться. Да. Ты людей приводи, под тебя будет подписывать, все само будет делаться. Не будет. Потому что мы получаем заготовку. Есть в Америке фирма, которая продает автомобили в разобранном виде. Да. Можно купить... В 4 раза дешевле, чем в магазине, чем в салоне. Чем собраны в салоне. Можно, делаешь заказ, тебе присылают там огромный, так как какой-то... коробку, в ней инструменты, в ней, видите, все запчасти, специальные инструменты и инструкция прилагается туда. И написано, как это что делать пошагово и четко. 500 часов. В среднем занимает, ну, есть инструкция. 500 часов. Берешь инструкцию, набор инструментов в гараж, собираешь, растягиваешь ты эти 500 часов на год, и сидишь ты там 500 часов и не вылезешь, пока ты не выйдешь на автомобиле. Это уже твои проблемы. Но ты абсолютно четко понимаешь. Заготовка, инструкция, инструменты, 500 часов. И ты выезжаешь на автомобиле. Не собрал, вот так оно и заржавеет в коробке. Тестерная палка. Еще вариант собрать без мотора. Ты уже выехал, никуда не поедет. Сам факт заключения договора еще не гарантирует больших доходов. Мы получаем заготовку. Это бизнес-конструктор, который мы собираем сами. В зависимости от того, сколько часов и усилий мы в него вкладываем. И если вот мы и возвращаемся к вопросу, Лена, я попробую. Я сейчас абсолютно четко говорю своим дистрибьюторам, цена твоего попробую, Леночка, 500 часов. 500 часов в год. Это в среднем 2-3 часа в день. Много? Мы так много времени тратим на всякую чушь. Так много времени на совершенно бестолковые передачи по телевизору. Я не против телевизора, абсолютно. Но иногда просто ужас вообще, что там есть и хорошие фильмы, можно какие-то передачи, но 80% того, что там показывают, смотреть нельзя вообще, просто нельзя. Сколько времени тратится на общение с неинтересными людьми, потому что неудобно отказать? Отлавливали себя на этом? Так не хочется туда идти, но неудобно, что там обидятся, подумают. Так
по телефону позвонила подружка, использовала в качестве унитаза, слила, освободилась, своих обезьян навешала. Радуйся. Вы знаете, с некоторых пор я живу по принципу, что я трачу свое время в двух случаях. Если мне это, первое, выгодно, либо если мне это интересно. Если мне это не выгодно и не интересно, я не буду общаться с этим человеком, я не буду тратить на это время. Попробуйте отслеживать. Обрезайте, обрезайте. Так вот, сколько времени высвобождается свободного, протестировав себя, как мы проводим свое время. Так вот, потратьте это в бизнес. Вложите это в бизнес. Здесь мы не деньги вкладываем, здесь нет у нас больших материальных вложений. Согласны? Тестерная папка, Стём. Здесь не другие ресурсы, другими платим ресурсами. Время. 2-3 часа в день. Собрали, выехали на машине. А еще самолет можно купить в разобранном виде. Получили запчасти на полном серьезе. Инструкцию, набор инструментов. Маленький двухместный самолет. 700 часов и на самолет. То есть, ну это уже 700 часов. Человек абсолютно четко понимает, что ему надо 700 часов. Вот это уже как и в бизнесе. Все зависит от ваших личных амбиций. Хотите вылететь на самолете? Хотите больших результатов? Крутите гайки. Гараж. 700 часов. Поэтому, когда новичок жалуется и говорит, не получается, 500 часов. Отработал? Нет? Поле. После этого имеешь право жаловаться. Конечно, спонсор рядом. Спонсор, наставник. Помогает корректировать, отслеживать, что здесь не так. Но только при условии, если человек что-то делает, а не только ноет. Первый раз мы выходим для того, чтобы ему показать, как. Второй раз мы выходим, чтобы посмотреть, как он это делает. Третий раз мы это выходим, чтобы посмотреть, как он это делает, и скорректировать, что он делает не так. Потому что очень часто вот это вот все, четвертого раза не существует. Не нужно. Не нужно четвертый раз. Очень часто третий раз не выходим, но я же с тобой один раз ходил, показал. Я потом сходил с тобой, посмотрел, как ты делаешь. Вроде было все нормально, потом прошло полгода, а у тебя ничего не получается. А оказывается, что есть ошибки. Когда идем третий раз, видим конкретно, что делают они не так. Поэтому, если ваши люди жалуются спустя какое-то время, выйдите с ними в поле и посмотрите, чего они там говорят. Первый раз я делаю, ты смотришь. Второй раз мы делаем вместе. Хорошо подключать новичка. Вы вместе, у вас есть возможность по ходу исправить ситуацию, если он что-то говорит не то. Третий выход ты делаешь, я смотрю. А потом идет анализ и коррекция. Следующий. Как выглядит теперь бизнес-конструктор в матрице нашего бизнеса? Вот он, вот наш бизнес, зарисовка, чертеж нашего бизнеса. Мы с вами являемся одновременно двумя сообществами. Наш бизнес, он у нас всегда под мышкой. Нам не нужно в Кремлевском дворце съездов или в Кремле офис снимать между президентами. Нам абсолютно это не нужно в самом крутом бизнес-центре. Наш бизнес можно делать, сидя на диване. Причем мы, когда надо, разворачиваем офис и рекрутируем и обучаем новых партнеров. Хочешь у меня дома, хочешь у тебя дома, хочешь в кафе. То есть там, где обычно вы встречаетесь. А когда надо, если это не новый партнер, а это потенциальный клиент, мы разворачиваем магазин. Оп, тут же под другой рукой у нас оказался не офис, а магазин, где мы делаем прямые продажи и нарабатываем клиентов. Все. Вот он, вот наш бизнес. Заполняем новых потенциальных партнеров, которые будут потреблять, продавать и привлекать новых, и заполняем кружочки клиентами. Но если только одно или только другое, бизнеса нет.
Причем работа над этими двумя сообществами, она очень похожа. Здесь одни и те же действия, направленные и на привлечение новых клиентов, и на привлечение новых партнеров. Здесь очень четко работает закон средних чисел. Что это такое? Математика – вещь полезная. Это цифры и не мой конек, но очень важно понимать. И это тоже школа Фрэнка Пэша. Он сделал статистику эффективности своего общения с клиентами. Я сделала то же самое. То есть, когда мне прямо один из моих дистрибьюторов сказал, вот из свеженьких новичков, ой, что-то он не работает, это все уже, ничего у меня не получается, вот прошло 3 месяца, у меня только один новый дистрибьютор, и что-то с продажами не очень. Я говорю, да, ну давай разберем. Сколько встреч ты провела? На, давай вот возьмем прошлую неделю. Сколько встреч ты провела? Со сколькими людьми ты встретилась? Не, на этой неделе вообще ни с кем не встретилась. Времени не было. Так. А из клиентов, вот чтобы эти два флакона продать, ты со скольки людьми, с какими пообщалась? Ну, человек 5 мне понадобилось проработать. Обалдеть. Супер статистика. Что вы на это скажете? Результат просто плохо как общий результат. А если посмотреть на статистику, вот на данные средних чисел, пообщалась она с 5 клиентами, купили 2, это супер результат. У нас так не получается. Для того, чтобы у тебя покупали, важно понимать, что не каждый первый покупать не будет. Когда вы приходите в магазин, смотрите одежду, вы сразу покупаете? Ну, бывает и такое, правда? Но редко. Особенно есть женщина, которая сразу четко увидела, купила, определилась, мечта всех мужчин, наверное. Но, как правило, походить, померить, посмотреть, где что. А еще мне иногда я не могу сразу определиться. Я так, вместо этой мыслью переспать, если я утром проснусь и буду помнить, пойду куплю. Так вот, если бы если не продавцы, забыл другой магазин. Сидящие в магазине так обморочно реагировали, что сегодня не купили. Не каждый первый, кто заходит в магазин, покупает. Не каждый второй, даже не... и не каждый пятый. Поэтому вот нормальная такая средняя статистика, вот общая практически, если взять среднюю температуру по больнице, это каждый 10. Но для того, чтобы один купил, нужно с этими 10 проговорить. И вот что я вывела. Это была моя статистика в самом начале. Это еще вот из старых записей. Сейчас у меня уже другая, скажу потом какую. Из 10 человек, с которыми я общалась, 6 реагировали, 4 сразу же говорили, нет, ну, по разным причинам, неинтересно, извините, занята, ой, не сейчас, приходите потом, то есть 4 отсеивались сразу, 6 выказывали интерес, из них 2 человека сразу хотели купить. Одному я уже в этот же день, либо на следующий, несла заказ. Один из них был, 2 оставшихся были наперед. Так, здесь да. У нас потенциальные, да, сейчас, здесь у нас... То есть, 2 человека, это как оставались в уме, то есть их все заинтересовало, но у них сейчас нет денег. Вот у меня зарплата через неделю, или через 2, или через 3 дня, приходите. Или вот мне нужны будут подарки, как здорово, мне все понравилось, на туда-туда, это я возьму мужу, то есть они в уме. Кто-то покупал сразу, кто-то наработка на будущее, кто-то просто выказывал интерес, и это такая пометка взять на карандаш. В следующий раз зайти. Выберите свою статистику. И тогда вы абсолютно спокойно будете реагировать на отказ и учить этого своих новичков. Со временем я поняла, когда я просчитала, что у меня получается,
И каждому человеку, кто говорил мне «нет», причем делал достаточно быстро, я мысленно, вместо вот истерии, которыми это сопровождалось в начале, то что бывали, когда после сразу на хорошем энтузиазме можно забомбить 300 баллов в месяц, а потом раз, и пусто какая-то там пару дней, и какое-то истерическое состояние, вот это помню. Важно понимать, абсолютно четко, спокойно понимать, что каждый, кто не купил, я мысленно ему говорю спасибо, потому что он меня на один шаг приблизил к тому, кто купит. Есть абсолютно золотое правило, которое мы очень давно подглядели в книге у Роберта Батвина, не помню уже даже, как она называется. «Сетевой маркетинг для здравомыслящих». Очень давно я не видел эту книгу, наверное, лет 10 уже. Ну, может, где-то у вас еще встречается. Говоря, это книжки, скажем так, тех времен. Очень сильно поменялись времена, очень сильно поменялся рынок. Вот есть вещи неизменные, вот как Фрэнк Бэджер, те рекомендации, которые там. А есть вот это уже то, что немножечко отжило. Вот 90% иногда... американской литературы, которая к нам зашла в начале 90-х, она уже практически вся... Оно здесь сейчас практически не работает. Да. Но вот это мы помним до сих пор. Вот это золотое правило. МВ, МНБ, НЧС. Расшифровываю. Некоторые будут, некоторые не будут. Ну и что? Следующий. Улучшаем показатели средних чисел. Вот это наша цель. Улучшить показатели средних чисел. Сейчас купят 7 из этих 10. Изначально это был 1. Хотел сказать все. Что как? Я сказала все. 7. Это... Некоторые вот. Будут, нет. Некоторые не будут. Ну и что? Следующий. Поэтому работа вот над этими двумя сообществами, она абсолютно одинакова. Чем больше контактов, тем выше результат. Если вы пообщались с тремя людьми, провели 3 встречи и ждете результата, вы удивляетесь, почему нет структуры, ну где же ей взяться-то? Вы же ничего им не рассказали. Для того, чтобы подписалось 3 человека с 30, поставить планку нужно себе 30, спонсор пожмет вашу руку, если этот показатель у вас начнет расти как можно быстрее. Но ставьте сразу же планку. Причем это надо делать всегда и постоянно. Заполняем первое и второе сообщество мы всегда. Это образ жизни. Где бы мы ни оказались, главная задача – использовать шанс, который у нас есть. Вокруг нас всегда новые люди. Вокруг нас всегда есть варианты. В туалете, в общественном месте, в ресторане. В Аэроэкспрессе. Мы вчера были, например, кажется, подписали, не знаю, должна появиться барышня. Ну, идет человек и продает по Аэроэкспрессу официальный представитель Мегафона карточки. Ну как же такое пропустить? Мы сделали презентацию за 2 минуты. Ей очень интересно. Больше того, девочка, оказывается, всего 10 лет здесь живет, в Москве, а она из Гомеля. О, хорошо, нам же и в Гомеле нужна веточка. Она же могла пройти мимо. И сколько мимо нас проходит людей вот так каждый день в разных местах и в разных точках. Поэтому давайте использовать то количество людей, контактов, которых просто они вот они вокруг всегда. Единственная причина, по которой мы не можем контактировать, активно привлекать новых людей, это если мы не выйдем из дома. Единственное место, где мы не можем встретить новых людей, это наш дом. Вот нужно это, выйти... я думаю, что не нужно в этом зале расшифровывать. Но вот я просто нарисовал это. Но это то, что вот просто, ну, просто мы обязаны первым делом проработать. Это теплый список. Это тот инструмент, с которого мы начинаем бизнес, и потом мы с ним не расстаемся, мы постоянно его расширяем. Первым делом, обращаясь к новичкам, кто вот первый месяц, 2-3 в бизнесе, пишем максимальное количество людей. Вот родные, родственники, друзья,
друзья друзей, знакомые, знакомые знакомых, сфера услуг. Ну и в конце мы рекомендуем написать тех, кто, по вашему мнению, вообще никогда не заключит с вами контракт. И тоже им позвонить. Ну а как там будет, будет видно. Вообще здесь важно понимать, что нельзя. Нельзя ни за кого принимать решение, и нельзя никому заглядывать в карман. Почему? Сейчас поясню. У нас есть очень два ярких примера. Первый пример, что когда еще наш, когда мы начали свою деятельность в этом бизнесе, наш сын еще старший, еще ходил в детский сад, как раз заканчивал, последняя была. И мне казалось совершенно невозможным рассказать нашей воспитательнице, что вот такая есть возможность. Я думаю, боже мой, не маленькие зарплаты, как у меня вообще язык повернется, сказать, пожить, купить двойную папку, это же... Вот как-то мне было неудобно. И я ее встречаю в офисе, на презентации, которую я проводила, через два года. И привел, конечно, другой человек, не я. И не в нашу структуру. С параллельной структурой. Она прослушала презентацию, заключила контракт, потом подошла ко мне и сказала: «Диана, ну как вам не стыдно? А вы ведь тут уже в ранге хорошие, уже с бонусом. Я бы тоже уже зарабатывала, почему же вы мне не рассказали?» Я просто места себе не могла найти. Для меня это такой урок был. И я больше не упускаю ни одной возможности. Моя задача – дать шанс сделать предложение. Дальше уже это выбор человека. Не думайте, не принимайте решения ни за кого, ему надо, ему не надо. Насчет еще тоже предложения для статусных людей. Тоже в самом начале, всего пару месяцев, как мы были, заключили договор, были в бизнесе, мы встречаем на кассе в магазине Игоря одноклассницу, с которой они не виделись лет 13 на тот момент. И вечером, обсуждая, обменялись контактами, я говорю: да ладно, ну как вот ей вообще говорить, она была на тот момент уже состоятельная дама, собственный бизнес, дом, ну все простроено. Ну как-то даже неудобно, на что Игорь мне сказал: слушай, она что тебя укусит? Она что тебя? Что-то плохое сделает, но максимум мы еще 13 лет не увидимся. Давай приглашай ее на презентацию. И я тогда тоже вот совершенно обалдела, и тоже еще одна такая галочка. Вас никто не укусит, не обидит, ничего плохого не делает. Максимум, самое страшное, что может произойти, откажет. Ну, бог с ним, это их выбор. И когда мы ее пригласили на презентацию, она, ей все очень понравилось, и духи, и все-все-все. Но мы понимали, что на тот момент она заключила договор больше, чтобы поддержать нас. Это очень тяжелое было время для нас, но, конечно же, она не стала ни супер лояльным клиентом, ни супер классным дистрибьютором, вообще никем не стала. Мы общаемся по сей день компания. В компании, да, продуктом пользуется. Но она дала нам человека, который стал лидером нашим в первой линии, под которым сейчас одна из самых больших наших структур. Которые вам недоступны, люди, которых вы не знаете, они не знаете лично, они придут, они должны прийти к вам через других людей. А эти другие люди должны появиться. То есть, если не стремит он сам, этот человек, он может дать других. Это бизнес рекомендаций. Понюхал сам, передай товарищу. Да, 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 не забываем. А вот теперь о ресурсах. Здесь не надо вкладывать, мы уже говорили. У нас сейчас, по-моему, перерыв, да? Ну вот и давайте тогда сейчас, чтобы не прерываться на этом важном слайде. 10-минутный перерыв, и потом возвращаемся. Угу. Нет, мы это дорабатываем и уходим на перерыв. Здесь другой валютой платим. Материальных вложений нет. Другой валютой платим. Своими личными усилиями. Вот 500-700 часов, которые мы уже проговорили. И регулярные действия. Вот это очень важно. Не симптоматические. Независимо от, вот сегодня у меня хорошее настроение, я пошла. Завтра у меня плохое настроение, извините, дети, кушать сегодня не будем. У мамы настроение плохое.
это всегда от меня вводит в особое такое расстройство, такой момент, что для очень многих людей в этой жизни они ждут ситуации, когда вот уже так макнет жизнь. Такой получит пистон, чтобы начинать что-то делать. А жизнь не макает. 95% людей не макает до конца. Вот макает, ну так, чуть-чуть. И мы ждем, когда она смакнет уже до дна уже. А она не макает. Она вот так вот до 80 лет довела там в этом болоте. Отпустила, бац, умер. Все, чего жил? Непонятно. А он жил и ждал, когда макнет уже до конца, вот тогда я уж, конечно, уж я тут расстараюсь. Но пусть макнет до конца уже, а она не макает. И вот это самое страшное, вот состояние болота. Там на самом деле достаточно неплохо, тепло, так уютно, уже пригрели сыром, там как затягивает. Когда вроде бы не на улице, да, человек живет. Есть квартира какая-никакая, да, хотелось бы побольше, расшириться, дом кому-то хотелось бы, ну ладно, не на улице. Есть что поесть, пожевать, ну да, не могу себе позволить овощи каждый день, рыбу какую-то хорошую, морскую, ну с голоду не помираем, есть что одеть, чем прикрыться, да, пусть не то, особенно умиляют, когда смотрят на чеки, на ценники на дорогой одежде. Фу, какой ужас! Фу, какая безвкусица! И кто это носит? Никогда так не делайте. Очень все это считывается очень хорошо во Вселенной. И вас, таких людей Вселенная будет щадить. Она, раз такое раздражение им эта дорогая одежда доставляет, они ее не получат. Это знаете, да, когда он едет, мужик в троллейбусе смотрит в окно, грязь, дождь, слякоть, противно, сыро. А погода ужасная, на душе вообще жуть. Жена, стерва, дети, сволочи, и вообще жизнь не удалась. И он едет, и обо всем этом думает, и крутит, и сам себя накручивает, сидит у него ангел на плече, слушает все это и думает, боже мой, ну ведь у него уже все это есть, зачем он опять это просит? Так вот, никаких отмазок. Никаких отчетов для себя определиться. Если я делаю, значит я делаю. Это регулярные действия. Вот это два основных ресурса, которые сюда необходимо вкладывать. Поэтому очень хорошо работает договор со спонсором, кроме договора, который мы заключаем с компанией, прописывать договор со спонсором. Хотя бы проговаривать. Когда я могу тебе звонить, когда ты мне можешь звонить, что я тебе гарантирую, что я тебе обещаю как спонсор. Сколько раз я как спонсор гарантирую, что я с тобой пойду на продажу? Сколько раз я как спонсор гарантирую, что я покажу тебе, как проводить рандеву? Сколько раз я гарантирую встреч с тобой по твоему требованию там раз в неделю, два раза в неделю, сколько раз в месяц? Ведь это надо проговаривать на берегу. Потому что потом начинаются звонки с утра до вечера от одного и того же дистрибьютора. В итоге мы включаем вот эту программу защиты свидетелей, отключаем все там телефоны и так далее, потому что есть один дистрибьютор из 10 тысяч, который отравляет нам жизнь. По одной простой причине, мы на берегу не договорились. И он включил режим завышенного ожидания. Об этом будем говорить после перерыва. 10 минут отдыхаем и отрабатывается только посредством опыта. Обучаться нужно, безусловно, обмениваться опытом, смотреть на успешных. Поэтому мы всегда говорим, что находите себе обучение, где максимальная опыт, компонента опытная, максимальная. Не у теоретиков, а у практиков. Практическая компонента больше. И при этом, я очень хорошо помню, когда в самом начале нашего бизнеса, построения карьеры и структуры, мы играли в Бэтмена. Такой, да, супермен. Лет пять. Бэтменов мы лет пять играли, то есть мы там самые крутые презентации проводили. Но ведь лучше же никто не сделает. И вот как же ж надо ж так, чтобы вот все... И при этом думали, а что они сами это не делают? Ну а что им делать, когда у них есть спонсоры, которые за них все делают? Не бойтесь делегировать. Не бойтесь их подталкивать на самостоятельное, дистрибьюторов наших, на самостоятельное плавание.
Но здесь нужна четко вот третий этаж, о котором сегодня мы не успеем поговорить. Обучение, передача знаний и навыков. Научился сам передать эти навыки и знания дальше в структуру. Важно понимать, да, вот, кстати, тоже один из фрагментов отсюда. Важно понимать, что не каждый первый пойдет так же, как и не каждый первый купит. Для того, чтобы один вас продуплицировал, этот один высеется из десяти. Это тоже статистика, это тоже те же средние числа работают и здесь. Вот статистика Вернона Макнезена, который в свое время сформулировал это так. 10% всего, что мы делаем, усваивается из того, что мы читаем. Всего лишь 10%. Информации. 20% информации усваивается из того, что мы слышим. Да, это вот в контексте того, что мы говорили, аудиал, визуал. 30% усваивается из того, что мы видим. 50% усваивается из того, что мы видим и слышим, поэтому очень важно включать, почему мы всегда говорим, включайте, работайте, на продажах обязательно надо работать с каталогами и с продуктом, а при бизнес-презентации очень важно работать с замечательными инструментами, которые называются такие, как стратегия успеха. Там, где ну все расписано, ну извините меня, как для девочки 15-летней, маркетинг-план расписан, и картинки, и все о компании уже просто разжевано. А людям это нужно рассказывать и показывать, рассказывать и показывать. И человек усваивает информацию. 70% из того, что мы говорим при этом, мы усвоили, мы услышали, а потом, когда мы это говорим другому человеку, 70% усваивается. Почему очень важно приехать и новую информацию выдать своим людям, своим структурам, самому проговорить, вот тогда все, что сегодня было сказано теоретически, для вас начнется работать практически, когда вы будете это проговаривать во время презентации, во время школы, во время общения со своими дистрибьюторами. И 90% усваивается из того, что мы говорим и делаем. Мы приезжаем, проводим презентацию, проводим школу, доносим новую информацию до наших людей, и при этом идем и сами еще это и делаем. В связи с этим следующее домашнее задание. Нам очень приятно, когда подходите и говорите, что вам понравилось. Нам, безусловно, приятно, но ждем мы от вас другого. 3 бизнес-вывода за сегодняшний день. Понравилось, не понравилось, это, в общем, не то, куда мы с вами идем. Да, это лирика. А здесь нам нужны конкретные... Лучше лирики. Пусть мы вам не понравимся, но вы при этом начнете больше зарабатывать денег. Вот это наша задача. 3 бизнес-вывода из сегодняшнего дня. Что хочу взять на вооружение? Что сегодня узнал, услышал? То, что буду использовать. Это, опять-таки, возможность сфокусировать свое внимание на том, что прослушали, и дальше передавать своим людям дальше структуру. Если мы не научимся делать бизнес-выводы из всей нашей деятельности, мы не сможем стать большими руководителями больших человеческих формирований. Потому что наши структуры – это большое скопление различных людей. Нам с вами предстоит управлять этими людьми, вести этих людей к каким-то серьезным результатам. Для этого очень важно делать бизнес-выводы. Что такое бизнес-вывод? Что меня устраивает, что меня не устраивает? Что я принимаю, что не принимаю? И что я нового сегодня узнал, что поможет моему бизнесу? Вот это бизнес-вывод. Есть хороший анекдот. Профессор выходит из аудитории университетской, довольный, и говорит: так хорошо объяснил, что сам все понял. Это про наш бизнес. Когда, вот недаром, что 90% усваивается, когда мы говорим и делаем, чем дальше, когда вы начинаете передавать это дальше, у вас самих еще больше укладывается это в голове. Устали. Ну давайте еще 25 минут поработаем. 25 минут. Может быть даже 20.